Турнир по бильярду среди воспитанников детских домов прошел в Вологде. 20 ребят боролись за звание лучшего. За состязаниями юных бильярдистов наблюдала и Алена Закатаева. Ребята занимаются бильярдным спортом 2 года и уже могут показать свое мастерство на турнире. Для этого они не только посещали занятия и отрабатывали технику, но и наблюдали за борьбой профессионалов на крупных соревнованиях, которые регулярно проходят в областном центре. Бильярд развивается достаточно стремительно. У нас проходили и большие турниры, и так называемые миллионники. Ну, каждый ребенок, он талантливый. И единственное, что чтобы вырастить талант, надо приложить много усилий. Почетным гостем турнира стал чемпион России по пулу Евгений Буслаев. Спортсмен родом из Череповца, но сейчас учится и тренируется в Вологде. Бильярдист познакомился с ребятами, рассказал о своих впечатлениях от чемпионата России и поделился секретами своего мастерства. Интересно пообщаться с ребятами, которые только начинают заниматься. Они спрашивают меня, как стать чемпионом. А секрет прост. Нужно просто очень регулярно тренироваться, и у них все получится. Этот турнир для воспитанников детских домов не просто соревнование, а настоящий спортивный праздник. Все ребята без исключения планируют продолжать заниматься бильярдом, чтобы в будущем представлять родной город на крупных турнирах. Я люблю играть в бильярд. Мне очень нравится. Я не первый раз здесь. Как сказать, очень нравится, и можно и проигрывать, и выигрывать тоже хорошо. Победители соревнований получили медали и кубки. Все как на настоящих состязаниях. По словам организаторов, такие турниры будут проводиться в Вологде регулярно. Алена Закатаева, Михаил Прыщев, Вологда Портал.